Через месяц небольшим всех нас ждут на избирательных участках. 18 марта Россия будет избирать президента. Почему жители республики идут на выборы? Наш опрос. Голосовать мы идем для того, чтобы в стране был порядок, чтобы был лидер. Да, действительно так, чтобы наша страна процветала. Ну и мы, соответственно, жили, конечно, достойно. Да. Чтобы лидер был достойный, соответственно, понимающий народ. Вот. Чтобы народ его любил, и он понимал народ. Люди должны голосовать для того, чтобы было мирное небо над головой, чтобы были хорошие взаимоотношения с другими странами, чтобы мы жили в мире. Чтобы он поддерживал народ и был лидером. Чтобы был достойный президент. Надо обязательно идти на выборы. А вы пойдете? Да, да, обязательно пойду. Каждый должен отдать то, что положено по закону живущему в России. А вот вы пойдете голосовать? Конечно, пойду. Я преподаватель. Из года в год мы ходим, голосуем.